Итак, привет, ребятки, вы находитесь на канале Китай в топе, с вами я, Александр. Как всегда, у нас распаковочки с Алиэкспресса, значит, у нас пришли вот таких вот два пакета, пузатенькие, с воздухом. Здесь, если не ошибаюсь, должны быть очки, выиграл их за монеты через мобильное приложение с Алиэкспресса. Ссылочку, конечно, я заставлю, вы сможете, если что, заказать. Так что давайте смотреть, что нам пришло. И вот так, ребятки, значит, как вы видите, здесь у нас запакованы одни в такую пузырку, то есть с ними абсолютно ничего не произойдет. И вторые такие же самые, в максимальной защите. Так, тут что у нас? Как ты достаешься китайский воздух? Ух ты! Ну какой китайский воздух. Так, это нам не надо, здесь у нас отсчетчики серый голд, как-то так они называются. Ну, как вы видите, запечатаны. Они довольно-таки хорошо. Тут у нас что? Тут у нас какая-то. Тут, походу, где какой-то скрейч. Это должно стираться монеткой. Будем смотреть, что-то здесь за тест еще. Наверное, какая-то скидка. Тут еще салфетку мне дали для протирки этих же очков, это уже плюс, это хорошо. Так, дальше смотрим. Тут как самое странное, тут штучка есть, тут нет. Ну да ладно. Китайча сэкономил. Так, вот тут у нас вот такие вот. Это, скорее всего, более такие, мне так кажется, более женский вариант, но могу ошибаться. Так, есть тут красивенькие очечки. Сейчас я их примерю хотя бы. Так. Ну, слушайте, сидят довольно-таки замечательно. Ну, еще я их поношу, посмотрю, как оптика, не будет ли мне на глаза сильно давить, потому что у меня, если плохая оптика, то все, у меня сразу устают глаза и начинают болеть. Так, это мы откладываем, идем дальше. Ля, продавечек вообще китайского воздуха не пожалел, скотча не пожалел. Молодчина. Это тоже, кстати, вот так вот. Это вот так вот, это нам не надо. Здесь у нас zip-пакетик, чтобы вы понимали масштаб трагедии. Так, тут опять такая же самая история. Один край в целлофанке, второй не в целлофанке. Так, заказывал, в принципе, по цветам такой же самый. Тоже, кстати, очечки выиграл за 1 цент. Но это, скорее всего, чтобы будет более детский. А, ну сейчас примерю. 2 секунды. Ну да. Но они вот эти вот очень-очень дают, скажем так, ушки. Ну, в принципе, выглядит неплохо. Тут у нас типа какая-то структура, как вы видите. Здесь так же само. Это все рифленое. Не знаю, как надолго вот это черной краски хватит. Очечки, ну еще раз. Ну, затемняет. По крайней мере, что-то да затемняет. Уже неплохо, как бы за 1 цент, ребят, я обменял за монетки. Итак, ребятки, конечно, как обычно, ставьте лосики, подписывайся на канал и жми колокол. Так же самое, не пожалей, набомби что-нибудь в комментариях. Ссылки в описании, конечно же, будут, как всегда. То есть это по умолчанию уже. С вами был я, Александр, находитесь на канале Китай в топе.